Всем огромный привет, с вами рубрика Best Replay, сайт goodgame.ru, Бонивур, Аспирант и много-много хороших людей. На 49-й выпуск на очереди, и как обычно перед началом демки читаем имена героев на карте Родины, а именно Николай Сатаев на 48 рублей поддержал рубрику и ничего не написал. Такой безмолвный Николай в этот раз. Ильината, 166 рублей, держите, пару рубликов пригодятся, Warcraft навсегда жив в наших сердцах. Да, он тлеет, догорает, но еще жив, конечно, да, мы и без него. Галина, 77, 101 рубль, регулярно смотрю вас, спасибо за такой контент, пожалуйста, заходите. Монорох, как обычно, накинул дьявольскую сумму, 666 рублей, это мне нравится. Конечно, чертовы сектанты. Спасибо. Эльф Элш, 200 рублей, Бонивур, надеюсь, больше таких перерывов не будет. Побольше эльфа против андедов, наверное, самая сложная раса для эльфа. Ну, Фоги расскажет, какая самая сложная раса для эльфа, но чувствую, что он будет с тобой полностью согласен. Владислав Игоревич, 222 рубля, отправил любимой рубрике. Спасибо, Каст. 4 семерочки, почти как Айзено. 111 рублей, любит человек одинаковые цифры. Ура, ура. И фаптайм, 45 рублей. Нафапал на 45 рублей, бабка-ягодка опять. Да, но это, правда, 49-й выпуск, но это не важно, ребята. Самое главное, что вы с нами, а мы с вами. Мы начинаем, поехали. И понеслась. Старол Хуман против ночного эльфа Госу на карте Терена Стенд. Посмотрим, какой он Госов. Да, это, кстати, добрый вечер. Это, кстати, старый Теренас, конечно же. Мы смотрим демки старых патчей, потому что на новых патчах нормальных повторов пока еще не было. Нормальных игр не было. Да нет, обманываю, конечно. Были, наверное, но... Естественно, вы понимаете, соотношение старого материала к новому, оно бесконечно в пользу олдовых демок, поэтому будем еще долго лицезреть какие-нибудь олдскульные винрарные реплеи. Да и поностальгировать тоже хочется. Так, пожелали друг другу удачи, ребята. Хуман играет стандартно. Алтарь внизу, побежит крепить обсерваторию. Но это же best replay. Значит, что-то пойдет не по плану. Я в этом уверен на 100%, ребята. Осталось только понять, что. Кстати, эльф играет с поздним алтарем и строит второй мунвелл. И агрессивный барак на крипинг. Что же это за герой-то нейтральный будет в таком случае? А то, что будет нейтральный герой эльфа, я уже в этом не сомневаюсь. У Хумана уже вовсю обучается архимаг, а эльф только сейчас закладывает алтарь. Но алтарь аккурат под нейтрала, но на таверне никого нет. Или это будет супер позднее? Нет, должен висп идти на таверну. Такого быть не может. Сейчас вообще вот такого эльфа надо застраивать. И сейчас, и во веки веков, аминь. Во, можно, кстати, виспу навалять. Второму виспу навалять. Как весело тут Пизанту. Он напинал по шарам сразу двоим. И довольный собой побежал на разведку. Тем временем один шар отправляется на... Видимо, лагерь наемников, чтобы чек... Нет, сразу пошел диспелить элемов архимага на крипинге зеленых точек. Второй отправился на таверну. Я готова. А кто же у нас выйдет? Мам! Мам! А Даркрейнджерка выйдет? Попить вынесет? Нет? Мам! Готова. Кто же это? Кто же это? Это мастер на все руки. Ё-моё, фаст пан... А, какая панда, конечно, Тинкер. Я мог не узнать этого бравого джентльмена отчаянного. Трудовик в любой школе примерно так же выглядит. Я мастер на все руки, я и батареи чиню, и отопление вам провожу, и краны затыкаю в случае протечек. В общем, мастер на все руки, и эльфу можно не бояться за свое хозяйство. Все у него будет хорошо. Три арчи, очень поздний крипинг. В чем смысл Тинкера первого за эльфа, я пока не знаю. Не спрашивайте у меня, это быстрый плейс, это наши одаренные игроки природы, поэтому их задумки довольно сложно распознать. Может быть, это будет соло Тинкер. А, второй барак. Что будет Тинкер с каким-нибудь пушем, суровым пушем с котами, и эльф как будто бы знает, что Хуман будет ставить экспанд. Хуман быстро крипится до третьего левела, у него это обязательно получится, я в это верю. Правда, Tomb of Experience не выпал.
Ну, типа, может быть... Не знаю. Может быть, он боится какой-нибудь фаст застройки. И Гинтер неплохо, кстати, помогает от такого отбиваться. Готово. В общем, пока неизвестно, знают ли вообще игроки друг друга, или это ладерная игра, может быть, они на турнире сейчас сражаются. Архимаг почти третий. Вот на зеленой точке он, кстати говоря, с пионами побежал. Ставить эксп. Ну, вы знаете, если вы хотите как-то агрессивно пушить хумана, не давать ему ставить эксп, наверное, Тинкер не лучший выбор. Значит, у эльфа свой план, который предполагает, что хуман экспан поставит. Все-таки Тирнас такая карта, что довольно сложно помешать человеку развить... О, Tomb of Experience, отлично, ням. А вот это, конечно, пертая штука. И, кстати, еще очень плохо открепился хуман. Видно, что вряд ли он госу. А, нет, госу у нас эльф. Но хуман точно не госу. Потерять футмена на такой точке — это непростительная небрежность. Так, вода пришла. Тут как раз мастер на все руки. О, протечка, говорит Тинкер. Ща я это устраню. И пойдет, да, засасывать эту каплю. О, ТП-шечка персональная. На виспа. Все четко. Фабрика очень грамотная, кстати, чтобы не окружили под лесом. И начинаем харас. Очень здорово, пока хуман ставит экспанд. То есть, как бы эльф, а с другой стороны арчи подходят. Вообще эльф такой массовик-затейник. Тут как-то убили все-таки завод. Тинкера окружили. А, у него инвиз. Добрый вечер. Но есть обсерватория у хумана. Есть, там можно просветить. Просветить. Висп задиспелил пизантов, чтобы те... Не дай бог, не научились колдовству. Это был диспел имени Германа Стерлигова. Такой упредительный. Так, и что? Священная роща, во-первых, осквернена. Во-вторых, что во-вторых? Не знаю, что во-вторых. Пес его. Бачит. Короче, с одной стороны, хуману надо, конечно же, такие вещи как можно плотнее харасить. Я имею в виду постановки экспандов. Но эльф выбрал харас в другой точке. Может быть, и грамотно, в наименее защищенном месте. Правда, фабрику он уже второй раз теряет. Фабрики рабочим, как говорится. И рабочие забирают уже вторую фабрику подряд хуманские. А тут Хантресс и Арчи. Эльф на тир 1 и, видимо, планирует как-то пушить хумана. У того уже экспанд работает. А хуман уже с наемниками, а там третий архимаг, а там вторые элемы. Что-то так себе идея, если честно. Тут уже эльфа прессуют на его же базе. Футменов, правда, теряем. Ну, футмен это вообще не... уже не сила сейчас. Там, кстати, эльф выращивает под шумок сторожевое древо на экспанде. Хуман, видимо, об этом не знает. А Тинкер тут развлекается. Все-таки с третьего раза фабрика почти устояла, но фабрику-то развалили. Ну и рабочих не осталось, понимаете? Это страшный сон Карла Маркса. Ни фабрики, ни рабочих. Ядрить. Секундочку, говорит эльф. Секундочку. Или хуман. Секундочку. Я пойду спрошу у старшего брата, как отбиваться от сторожевого древа на экспанде. Ну, конечно, экспеншн работает. То есть, как бы... Нет, нахарасил отлично эльф. Отлично эльф нахарасил. То есть, считайте, что... Ну, представьте, что он пришел на экспанд. И убил сейчас там, вот сколько тут трупиков лежит. Да штук 10, наверное, рабочих. Отличный харас, который надолго хумана оставит в каменном веке мезозойском. Ему теперь наши воины требуется подштамповать рабочих, а тут харас продолжается. В общем, теперь идея эльфа понятна. Там почти 5-го левела Тинкер, вы понимаете? А хуману плевать вообще на свои тылы. Он как Путин в Сирии. Мы не знаем, кто эти люди. Эту форму... Форму пизанта можно купить в любом военторге. Нас там нет, как бы говорит хуман. Это вообще не наша база военная. Не понимаю, кто эти люди. У нас вот наверху официальная военная база. Так что давайте вот не будем грязных инсинуаций. Как бы говорит архимаг. И вот да, здесь послали еще двух совершенно случайно. Ребят, которых уже загодя уволили, на всякий случай, из органов. Мало ли. Но все добровольцы, естественно. Все добровольцы. Так. Ну-ка. Слушайте, ну эльф так себе сейчас пятого... Уже пятого Тинкера он получает. Его там кое-как окружит. Да какой там?
Эльф покупает еще резачка гоблинского, идет. Ну, мало тинкер развлекает рабочих здесь. Еще и резачок отправился тоже в подмогу. И все. Эльф победил, хуманский мейн в солягу тинкером. Почему архимаг не обращает на это внимания, я не знаю. Он тир 2 запустил на экспанде уже. Ну слушайте, так можно и застроить. Там пока тир 2, а тут нычка идет. Какой ты хитрый. Ну да, так можно в принципе. Ой, что это архимаг так медленно перемещается, я не знаю. А, он там в группе с Элем. Вы поняли, Хуман еще поставил движение скопом, но эту фигню, которая, опцию, которая... если в группе, ну, выбрана группа юнитов, то вся группа двигается со скоростью самого медленного юнита. Да, Хуман, конечно, радует. Бедный архимаг. Такой подставы не ожидал. Лошадь вообще в шоке. Почему она должна идти пешком? А здесь эльф харасит. Ну, сейчас до смерти захарасит несчастного Хумана. Просто замучил его здесь. До смерти. Экспандик у него там потихонечку. Молодец, эльф тут контролит в трех местах. Пришел тинкер, аннигилировал рабочих на мейне. Он его реально сейчас одним тинкером перекатит, потому что когда он получит шестой, а он вот уже сейчас вот прям вот-вот один рабочий остался. Лол. Один рабочий остался. И что ты будешь делать с шестым тинкером? Он просто катается как танк и лупит по зданиям. Все, шестой тинкер, ГГВП. Форма, по-моему, бесплатна. Бесплатно, по-моему, нет. Ну, потерял ты резака, но вот этот Хараса купился, там резак 80 миллиардов раз. В итоге у Хумана в середине грейда вообще нет рабочих нигде. Мне это напоминает финальную игру Росбрейн Капа Фоги против Хавка. Это, конечно, такая... более утрированная версия, гипертрофированная, тут вообще Хуман просто терпит. А там, ну, тоже Фоги жестко харасил Хавку рабочих, и тут просто ливнул, потому что у него на мейне бегал один Василий с мешком. Так и здесь. Великолепная игра от эльфа, и Хуман вообще не понимаю, почему он архимагом. Но он пытался, типа, с ответным харасом прийти, но это все фигня такая, его еще и чинить можно, ядрить. Вот это магия вообще. Ну и все, там архимаг, конечно, по-моему, уже пятый. А пятый, наверное, да? Но чисто экономически Хуману вообще нечего здесь делать. У него тир 2 закончился, у эльфа нычка, он может запускать. Хуман вообще не в курсах, что у эльфа растет экспанс слева внизу. И как вот от этого товарища отбиваться, я не знаю. У него персоналочка. Он очень быстро катается. Здание лупит, дай боже, вообще. Ну, танк. Атака против зданий, по-моему, у него с бонусом. Найс, найс. Фантастик. Просто фантастик. Ну, эльфу, конечно, нужно тоже уже во что-то развиваться или замучить. Можно застроить сейчас Хумана. Можно, в принципе, остаться на тир 1, попробовать его реально заковырять с хантрессами, арчами и прочим сбродом. Можно выйти в тир 2. Хуман, конечно, тир 2 нажал, но он еще долго ничего не будет строить, у него нет экономики. Ой, ой, тинкер, только не отдайся, пожалуйста, да, ТПшечка. Отвлекли внимание, а внизу там что? Там внизу, а, там Хантресс уже давным-давно размолотили. Да, ну тогда вообще ГГ. Великолепно, эльф. Вот вторая игра, когда один оппонент буквально... терзает, аннигилирует, буквально разрывает в мелкие клочья другого оппонента за счет скорости. Здесь Хуман снова не выдержал эльфийскую скорость. Да, у Госса очень много ресурсов, экспанд работает. И в прошлый раз Хуман измордовал несчастного орка, напоминаю, да, по-моему, это был Акслав. Просто застроил экспандами буквально во все места. Напихал ему побочек. А здесь Хуман потерпел этот раз от эльфа. И уже эльф показал, как нужно харасить там, харасить здесь, ставить нычки. И Хуман со своими элемами, архимагом, конечно, уже ничего сделать не сможет. Ну тут вообще можно ливать, потому что от этого хараса уже никак не отбиться. Дирижабль еще с хантрессами летает. Ох, как я не завидую бедняге Хуману. Зажали минвайл тинкера там с Элем, с архимагом. Но архимаг так себе стенка, чтобы сдерживать.
вынужден старик отступить. Вообще не пробивается Тинкер. Плевать на все. Инвул у него еще в кармане болтается. На, минус лесоруб. Да, шестой Тинкер это жуть. Ну, вообще, что нужно было сделать Хуману для того, чтобы от этого всего отбиться? Очевидно, не харасить базу эльфа, а все-таки отбиваться там героем как-то и наши поставить выше. То есть не оставлять базу без прикрытия. Где-то рядом там тереться, крепиться неподалеку. Потому что ты поставил экспанд, ну тебе приходит Тинкер и с третьего левела апается до шестого на твоих рабочих. А ты это все оставляешь без внимания. Ну так, так себя не ведут. Настоящие полководцы, истинные флагманы своей армии. Короче, Архимаг, попросту говоря, терминологии 90-х, кинул своих, знаете, просто кинул, предатель. Бегал там, что-то колодцы ковырял. Ну все, ГГВП поиграно, мама, проверяй, да. Да, иди домой, Хуман, и учись отбиваться от Хараса. Да, прекрасная игра от эльфа, очень жесткая, и Тинкер первым. В общем, best replace, как обычно, удался на славу. Я напоминаю, у нас существует сообщество ВК, куда стекаются все любители этой рубрики, и там много разной информации, много разных разделов интересных, и зал славы наших постоянных саппортов, куда попадает любой, кто хотя бы раз поддержал копейкой этот проект. Самых щедрых из них прямо сейчас вы видите на своих экранах. Им отдельное и огромнейшее спасибо. С вами был Банивур, рубрика Best Replace, аспирант goodgame.ru. Пока, ребята.